мы испытываем в определенных моментах трудности, в частности, проведенный анализ указывает на низкую эффективность проведения рассмотрения материалов по борьбе с наркотрафиком. То есть речь идет о принятии, о оперативном принятии движения уголовного дела. Для того, чтобы возбудить дело, нам надо проводить экспертизу. К сожалению, в ведении УВД такой экспертизы нету. Речь идет о химической экспертизе, где мы обращаемся в УВД. И решение по принятию, будем говорить, по производству экспертиз, естественно, приходит с опозданием. Они приходят 7, 8, до 10 дней. Срок. Эффективность сутки. Сутки. Здесь речь идет о избрании меры пресечения и производстве дальнейших мероприятий по материалам. В ближайшее время бюджет федеральный не предусматривает, будем говорить, расходов на оснащение такой экспертизы. Поэтому я, конечно, обращаюсь с просьбой, если есть возможность. У нас есть все подходящее для этого. Есть помещение, которое требуется в капитальном ремонте. Ну, естественно, там идет речь о специальном оборудовании для производства этих экспертиз. А специалисты есть? Предположим, мы найдем возможность. Специалисты, если будет у нас база, будут ли специалисты? Значит, по новой структуре в бюро экспертиз лингвистическим у нас будет 7 экспертов. Это достаточно число. Штаты предусматривают. Конечно, да, да. И поэтому весь вопрос в базе. Вы дайте нам этот перечень, а мы подумаем. У нас есть очень много хороших друзей зарубежных послов. Мы можем поговорить, может быть, аналогичное оборудование есть в Турции, в России, на Украине или еще где-то. Может быть, объединив усилия каким-то образом, потому что борьба с наркотиками – это борьба очень важна для всех государств, и нам пойдут навстречу. Мы можем написать какой-то грант, выиграть, ну, посмотреть. Часть денег даст исполнительный комитет Гагаузии, но это оборудование мы вам обеспечим.